Здравствуйте, с вами я, мисс Модель Мира 2013 Маргарита Павлушина. И на несколько часов я перевоплощусь в мисс Патруль. Телеканал ITV8 совместно с Казанской Ривьерой, магазином «Спортивный арсенал», автоцентром «Алар Моторс Казань» и фитнес-центром «Максимус» поздравляет всех мужчин с Днем Защитника Отечества! Добрый день! Инспектор Павлушина, можно попросить вас выйти из машины без документов? Ну, я сперва подумал, недоумение просто было, но потом подумал, проверка документов, новый сотрудник. Сразу заметили, что стоят здесь. Сотрудники сразу подтянулись. Добрый день, инспектор Павлушина, можно попросить вас выйти из машины? Спасибо вам за то, что поздравляете. Вот так очень приятно для водителей, для мужчин в частности. Все служили, как говорится, защитники Отечества. Это праздник. Ну, приятно вообще. Поздравляем вас с 23 февраля. Спасибо. Знаете, я бы согласился с ней на 15 суток уехать бы. Добрый день, инспектор Павлушина. Телеканал ITV хочет поздравить вас с наступающим 23 февраля и вручить вам подарок около нашего стенда. Пройдемте на одну минуточку. Очень было приятно, конечно. Инспектор на нашей улице, девушка, это, говорится, очень редкость. Добрый день, инспектор Павлушина. Телеканал ITV хочет поздравить вас с наступающим 23 февраля и подарить вам подарок около нашего стенда. Подойдите к нам на минуточку. Я думаю, наконец-то наш женский пол стал в сетке на дорогах регулировать движение, правила. Я думал, это штраф проверяет. Спасибо вам огромное за помощь, за работу. Поздравляю вас с 23 февраля. И вручаю подарки. Спасибо. Спасибо нашим партнерам Казанской Ривьере, магазину «Спортивный арсенал», автоцентру «Алар Моторс Казань» и фитнес-центру «Максимус». Мужчины, с праздником вас, с 23 февраля. Оставайтесь на ITV. До свидания.